Теперь конкуренцию опытным профессионалам могут составить школьники. В крае продолжается региональный чемпионат молодых профессионалов World Skills. Сегодня показать свои навыки вышли участники от 14 до 16 лет. В Барнауле юниоры представили работы в номинациях «Флористика» и «Туризм». Школьники краевой столицы Биска и Павловского района демонстрировали, как с помощью цветочной композиции изобразить воздух и какие необычные экскурсионные пути можно предложить гостям нашего города и края. До конца недели в районах края пройдут соревнования по эксплуатации беспилотников, технологии моды и разработке виртуальной реальности. Оценивать конкурсантов будут специалисты со всех регионов страны. Победителей объявят 1 декабря. Они смогут выступить уже на общероссийском этапе и даже выйти на мировой уровень. В этом году участвуют представители 79 стран. Кстати, финальные соревнования в этом году будут проводить именно в России. Для конкурсанта, который проходит уже на мировой чемпионат и занимает лидирующие позиции, да? Вот, ему выдается такой паспорт, skills паспорт, где прописываются определенные, так скажем, условия, которые он прошел, и с этим skills паспортом он может уже устроиться в довольно серьезные компании, может быть, даже за границей.